Падай, падай. О-о-о. Мне надо устроить на полу море. И посолим его. Пряжные коктейли. Что это тут происходит? Короче говоря, карантин. И вот как ты думаешь, что делает на карантине моя семья? А она целыми днями спит. Спит, спит. И еще раз спит. Не, ну нормально вообще, а? Сейчас как заору и разбужу их всех. Подъем, хватит спать! А, че, где пошел? Уже бегу! Я не сплю, не сплю, нет, нет, че? Подъем! А, как это, косточку украли? Иди ко мне, моя котлеточка. Подъем, подъем! Ой, какая ты румяненькая. Подъем! Котлеточка ей там снится, вы посмотрите. Вы уже все разжирели, только и делаете, что спите. Вот че ты врешь, кис Алиса? Мы еще иногда едим. Юми, Юмичу, а где ты это взяла? Где взяла, там больше нет. А ты уверена? А кис Алиса не права, нет. Кажется, я нашла наши последние запасы. Вот же чуйка у тебя, Мишка. Надо их срочно уничтожить, а то испортится. Жрете и спите, спите и жрете, скоро жиром заплывете. Вот мне, как всегда, попалась самая невкусная. Софи, да, они все одинаковые. А вот и нет, Эйвен. У тебя вкуснее, как всегда. Покемон, хоть тебе стыдно? Нет. Да почему нам должно быть стыдно? Кис Алиса, что ты врешь-то? Мы еще играем иногда. Вот именно! Устраиваем войнушки! Для этого нам нужен сон и энергия, чтобы уничтожать врагов! И мы устраиваем всякие разные челленджи с Аней. Ой, эта игрушка напоминает мне колбаску. Колбаску, да? Вы скоро все превратитесь в жирные сосиски. Нет! Да! Нет! Да! Нет! Да! Нет! Да! Стоп, хватит! А ты типа не спишь 24/7, да? Типа мы этого не видим. Ну, как сказать... Ага, тогда ты превратишься... в жирную сардельку. Че? Ничего я не превращусь в сардельку. И по логике, если мы превратимся в сосиски, а киса Алиса в сардельку, нас всех могут съесть. Я не хочу, чтобы меня ели. Не хочу превращаться в сардельку. Нужно срочно заняться фитнесом. Чего, сработало? Зато теперь киса Алиса хотя бы гнать на нас перестанет. Я не хочу быть сарделькой. Нас не вирус, не ковид, не пугает, не страшит. Любой вирус и ковид, наша дружба победит. Так и что получается? Мы в этом году так и не поедем на море. Я зря купальник себе купила. А я очки. Короче, моря походу не будет. А купальник классный у тебя. Спасибо. Может, мы зря с Аней в прятки играли? Где теперь нам это пригодится? Вот именно, не надо это все. Дурацкий карантин во всем виноват. Кстати, про игры в прятки. Сегодня, ребята, на нашем канале Magic Family и правда ведь вышло видео, как мы играем с Аней в прятки по всему дому. Правда, как всегда, у нас все пошло не так. Аня пряталась в таких сложных местах, и наши прятки превратились в какое-то безумие. Психи. А Миша вообще сама с собой играла. Киса Алиса, ну хватит. Короче, ролик действительно получился сумасшедший. Дикие прятки в доме. В общем, загляни потом на наш второй канал и сам все увидишь. Не будет у нас с этим карантином нормального лета. И путешествия все наши пошли не по плану. Ха-ха-ха, вот и будете дома сидеть. Ты-то, киса Алиса, тоже будешь дома сидеть. Ой, и правда... ужас. Да ладно вам, что тут ужасного, ну и будем дома сидеть. Вот именно, ну и что, что все лето будем дома сидеть? Конечно, легко вам говорить, вы там много где бывали. Вот именно, у вас даже были летние каникулы у американцев. Софи, а откуда они знают? Без понятия. Откуда они знают, откуда они знают? А я вон нашла вашу старую видеозапись на компе. Вот, поняли, все мы про вас знаем. А что за видеозапись? Ну-ка, что там? Если даб не заплатят 5 штук баксов, ты никогда не вернешься домой. Вас что, похитили? Похитили вас, американцы! Ужас! И почему качество такое, как будто вы на пленку снимали в 10 веке до нашей эры? Вот именно! В 10 веке до нашей эры видеопленки еще не было. Просто Аня тогда была не с нами. А у американцев не было нормальной видеокамеры. О, мой собачий бог! Как молоды мы были. Так вас похитили или нет, я не поняла. О, там еще котейка будет. Киса, скажись, мы тебе парни в Америке нашли. Че?
Какой еще парень, котейка, не нужен мне никто. Так, и что дальше было? Ну ладно, ладно, никто меня не посещал. Это мой брат Эйвон, он любит гладильки. И сегодня я расскажу, как мы жили у американцев из штата Калифорния. И если сначала я грустила, и Эйвон тоже, то потом мы поняли, что это как летние каникулы у бабули. Никаких дрессировок и настоящая халява. Ну вот и все, собрали мы все свои вещички и поехали. Тогда мы еще не знали, что у нас будут клевые каникулы. Я приспосабливаюсь к новой бабулиной обстановке. А кое-кто приспосабливается ко мне. А Эйвон, похоже, уже приспособился. Ой, черт, она меня заметила, Софи. Эйвон, по-моему, тебя уже все заметили. Ух ты, вы американцев с большой собакой познакомились, и как ее звали? Юми, ее не звали, ее и сейчас зовут Скиппи. А вы сказали, что там был кот, а тут только большая собака. А кота никакого нет. Ща будет, Кисалис, не психуй. Да, давай покажем, как мы с ним знакомились. Что ж, ребята, теперь будьте хорошими. Ну что, договорились? Это Тинки. Отличный кот. Это скажи привет. Ну что скажешь? Тинки не очень-то рад, потому что они гоняли тебя, я знаю. Привет, кот! Привет, кот! Мы хотим познакомиться! Отвалите! Привет, чувак, ты чё такой рыжий? Эй, чувак, пошли вы! Чё ты чего сейчас сказал? Все хорошо, все окей, Тинки. Скип хочет, чтобы его подняли. Да, он защищает Тинки. Не трогай его! Он не рад вообще сейчас. Что-то не очень все хорошо выглядит в его глазах. Да, я знаю, они гоняли его. Не гоняйте больше котика, окей? Просто оставьте котика одного. 1-0, шавка. Я что, только что увидела, как моя тетя ходит в туалет? Типа ты это не видишь каждый день, Юмичу. А, ну да. А вот кота-то вы гоняли. Ой, зато дальше сколько всего интересного. И бассейн. Скиппи, Скиппи, ну скажи, мы же не трогали кота, объясни. Don't Скиппи. Understand you, girl. Ну ладно, ладно. Dear Скиппи, tell them please. Да куда ты, блин? София, давай бегать по кругу. Раз, два, три. Не понял? Чё-то неудобно пить-то из ведра. Чё ведро-то поставили? Я чё, лошадь, что ли? Ну как подобраться-то к нему? Дурацкое ведро. Чёрное ведро. Вот так гораздо лучше. Спасибо, мои дорогие. А вот так, так, вот так, вот так, вот так, вот так вообще хорошо. А, красота-то какая. Блин, ванную-то я дома забыла. Ну ладно, можно так частями полежать. Вот так вот сначала лапками постепенно. Где бассейн? Обещали про бассейн. Ну расскажите про бассейн, покажите бассейн. Хочу бассейн. Сейчас, сейчас будет. Там, короче, такая история была. Бассейн. Что я хотела, типа, ванночку попросить, а в итоге не знала, как на английском это сказать. Бассейн. Пыталась, короче, объяснить, и они не так поняли. И решили, что Софи хочет в бассейн. Эй, эй, бабуль. I need ванна. Water, понимаешь? Блин, говорили мне учи язык. That's dangerous. Да какой dangerous? Как же сказать ванна-то? Так, надо попробовать узнать у Скиппи. Скиппи, а как будет на английском ванна? Pool. Я знала, что ты меня понимаешь. Yes, my dear. Блин, вот Скиппи обманщица. Я же знала, pool — это бассейн. Ребят, я имела в виду что-то поменьше. Bathtub. Хорошо, что я вспомнила это слово. Вот сейчас отлично просто. Вообще, спасибо. Thank you very much. Thank you very much. Круто мы отдыхаем, Софи, да? Ой, это только мухи надоели. Говорила, иди купаться в bathtub. Блин. Иван, поделись едой-то. Нет, Софи, у тебя своя есть. Ой, жадный-то какой у меня брат. Ужас какой. У тебя есть своя, даже не намеревайся. Ой, нашла свою еду. Как вкусно. Эй, дядька с веником. Няй-няй-няй. Няй-няй-няй, что это значит? Приеду домой, буду маму просить меня учить английском. Dream of Californication.
Dream of Californication. Psychic spice from China, try to steal your mind's elation. Little girls from Sweden, dream of silver screen quotation. Ой, что это, что это, что это? А, да это кровь из ушей у меня пошла. Лучше бы ты, Софи, не бела. Тьфу на тебя, Алиса. Классно, классно, Эйвен, да, классно. Вообще, такая ностальгия, где мы только с тобой не были. Это точно. Надеюсь, у меня нет крови из ушей. Эйвен. И в бассейнах купались, и в морях, и на кораблях ездили, и на самолетах летали. И на велосипедах, и на мотоциклах, и где мы только не были. Вы издеваетесь, да? Ой, сори. А нам лишь сейчас остается смотреть ваши воспоминания по видео. И превращаться в сосиски. Слушайте, давайте сами себе устроим дома каникулы. И пляж сделаем, и море. С меня соль для моря. Я пошла на кухню, вы разделитесь. Отличная идея, киса Алиса. Чу, с меня море. С меня пляж. С меня аксессуары. А с меня... Тропики у нас есть, осталось раздобыть песок. А песка вот нет. Ну ладно, земля тоже сойдет. Надо из всех горшков ее повысыпать. Давай, горшочек. Ох, какой тяжелый. Падай. О. Нормально. Пока киса Алиса ищет соль, мне надо устроить на полу море. Так, с краник открываем. Отлично, водичка пошла. А теперь наше море надо перенести на пол. У меня получилось. Ждем, когда море наберется, и посолим его. А я сделала нам пляжные коктейли. А я уже приготовила нам полотенца и купальники. Мне кажется, или они идут. Эй, кто опустошил горшки и включил воду? Что это тут происходит? Ань, спокойно, это просто пляж. Что? Может, не надо соль нести?